in life. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Нет, конечно, не все выкидывать, мы очень много чего оставили. Ничего нет, вот эти пустые вешалки. Ничего не осталось. Отпарил, отгладил. В следующий раз, когда Катя будет звонить, если что, в дверь, ну, вдруг он знает, что, короче, ну, знает, открывать, не открывать, потому что вещей выкинуть ее. Мать, можешь? Нет, убираем. Ну, тогда убираем, а то ебать. Смотрите, слушайте, вешалок становится много, вещей становится мало. Все. Старые вещи, пока. Пишем сразу список, что нужны вансы, белые кеды, New Balance, либо еще что-то. Лена девушка творческая, и мы тоже с этим поработаем. Ты всем по 4 мешка вещей выкидываешь? Или? Бывало больше. Больше бывало, да? Как скрыть свои какие-то недостатки и подчеркнуть свои достоинства. Да. Этим все отлично, просто нужно добавить тоненький какой-нибудь плетеный ремешок. Так. Так, ребятушки, ну что, покажу, что у нас здесь происходит. У нас здесь целая гора вещей, вот здесь мы дошли до обуви. Ребята из Яндекса, спасибо. Спасибо. Катя одобрила ваши футболочки, все нормально. Вот, да. Важно подчеркнуть в некоторых позициях свой статус. Еще я люблю тратить чужие деньги. Ага. Все, ребят, берете свитерочек, переворачиваете на другое. Да, все, и все. Ребята, они все мои, засирают мои идеи. У Скуба тоже есть луки. У него около 7 луков. Надо будет тоже глянешь. У него где-то 3 пары обуви и где-то 7 кофточек, и где-то 2. Сейчас мы тоже покажем. И игрушки как аксессуары обязательно. И дал 1500. И мы с вами пошли. Чего 500? Ну, можно больше. Пару миллионов минимум. Я на самом деле снимаю не только, что Катя выкидывает, смотрится заебись, по мнению Кати. Ну вот, это все были вещи когда-то. Думайте, если вы вдруг захотите позвать Катю, придет, все выкинет нахрен. Ну, голыми не оставлю, да, конечно. Ладно, Кать. Что? Ну, пойдем голой на работу. Ладно. Но встретимся фразами честными, задержками на двоих, губительная слабость на двоих, губительная радость, мурашки, босые ноги по холодному паркету. Вообще, для чего нужен разбор гардероба? Первое, это поможет вам лучше узнать и понять себя, понять, что вам идет, как это носить, как скрыть свои какие-то недостатки и подчеркнуть свои достоинства. Второй момент, это очень важно, это самопозиционирование. Все мы занимаемся абсолютно разной работой, она интересная, у кого-то она может быть более офисная, у кого-то более творческая, но мы несем себя. Не вещи несут нас, а мы вещи. Поэтому очень важно подчеркнуть в некоторых позициях свой статус, а в некоторых свою творческую начинку, свою творческую историю. И поэтому я работаю под запрос. Сегодня с Леной мы делаем более casual такой вариант, который подходил бы и в офис, и для обычной жизни. Плюс Лена девушка творческая, и мы тоже с этим поработаем. Ну и, безусловно, вначале я сделала ей разбор гардероба уже дистанционно, посмотрев ее вектор стиля и создав ей персональную карту стиля. Keep buying everything, see you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me, I just feel weight pushing on my chest. Я на самом деле снимаю не только, что Катя выкидывает, смотрится по мнению Кати. Белые шорты, угу. Сюда вниз. Шорты белые? Белые шорты, да, потому что... А, причем, ребятки, это она говорит на лето. Да, потому что лето бывает разное, если очень холодно, или после дождя, либо ночные прогулки романтические. Нормально. То можно свитер, базовую либо футболку, рубашку, и его либо надеть, когда холодно, либо накинуть на плечики, либо повязать как-нибудь так, Оставляем, да. Класс. Всем привет! Меня зовут Елена Данилина. Я являюсь основателем бренда Hello With Me и учредителем диджитал-агентства iMatryoshka. Мы с моим компаньоном Анной Лукиной создали это агентство для вас,
потому что за 7 лет в бизнесе, за 7 лет в диджитале, в маркетинге мы за это время узнали множество инструментов, множество подходов, а также собрали команду из профессионалов, сертифицированных и дипломированных экспертов, которые помогут вам и вашему бизнесу в поиске новых клиентов, в привлечении новых лидов, продвижении вашего бизнеса, в узнаваемости вашего бренда. Обращайтесь к нам в агентство, и мы вам проведем бесплатный аудит. С черным такой контраст, да? Есть, да? Шортики оставляем, да? Шортики. Смотри, ты можешь всегда, вот мы сейчас обсуждали, что летом, если прохладно, накинуть, например, свитер. Ну вот смотрится вообще красиво. Смотри, вот так вот накинули, кеды, не знаю, там, вансы, эспадрильи, лоферы, все что угодно, но обувь вообще... Не будет проблемы, потому что мы все это купим. Нормально. Говоря, да. А, либо ты это можешь повязать на талию, свитер. А, тоже. Ну, короче, оставляем. Да, это все. Keep buying everything, see you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. Стёгнутые с лосинами, да, вот это прикольно. А именно какие-нибудь неоновые, нет, прийти это, в офис, это, ну, да, не то, да? Ну, камон. Всё, ну, слушайте, я вот что подкидываю, что вообще... Да. Я могу, я подкидываю вещи вообще классные, видите, ребята, они все мои, засирают мои идеи. Да, здесь, в общем, другие колготки, и, ну, работаем с обувью. Пишем сразу в список, что нужны вансы, белые кеды, New Balance, либо еще что-то, но мы еще обсудим чуть позже, что это будет точно. И Диорчик, кеда. И спадрильи можно, кстати. Окей. Keep buying everything, see you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong? Выкидывать. И вот это. Мы продолжаем все, что мы печать собрались. Короче, это то, что уже, то, что будет выкинуто. Скуп. Скуп. Все выкидываем. А вот это платье. Очень интересные нюансы в моей работе. Давай. Я никогда не выкидываю любимые какие-то памятные вещи в гардеробе. То есть оно может уже не использоваться по прямому назначению, но есть история у этой вещи, поэтому всегда спрашиваю. Я могу сказать, выкидываем, а ты скажешь, мне это платье подарила мама, я очень сильно его люблю. Или там, не знаю, я сдала на красный диплом защитную свою работу в этом платье, я вот хочу его повесить и смотреть, любоваться. Всегда оставляют такие вещи. Вот, тогда мы это тоже выкинем. Давай. Очень интересная история, что некоторые вещи можно носить с двух сторон. Не все об этом знают, некоторые даже не додумываются. Если бы, например, здесь бы не было вот этой молнии, ставим ее нету, то вещь можно было бы носить как с этой стороны, вот такой вариант платья, так и с этой стороны, завязав здесь какой-нибудь классный бант. И вот оно уже. Слушай, ну да, я вот смотрю, супер, даже не заметил бы, где там. Супер история. Вот можно вот так, можно... Но мы продолжаем уже с другим вариантом. Отлично. Иди ко мне шагами стреми. Когда идет какая-то, я не знаю, история с бомбером, скорее всего, можем посмотреть, что есть из жакетов, либо его носить просто самостоятельно. Потому что я понимаю, что история под вообще тебе некомфортно, такое имеет место быть. Поэтому давай тогда... Мы и дойдем, когда до жакетов мы подберем сюда что-то, а сейчас мы просто повесим на вешалку и будем подбирать корсетного типа ремень, чтобы скомпенсировать вот эту историю стали. Не выкидываем. Кто не дошил там, да. Так, что да, тут у нас? Что с этим платьем? Что там, ремешок? Что там платьем надо? Все отлично, просто нужно добавить тоненький какой-нибудь плетеный ремешок. Так. И аксессуары обязательно, например, там могут быть какие-то браслеты, часы, значит, активные акцентные серьги, может быть, какой-то чокер, ожерелье на шею. И, собственно говоря, любая обувь от босоножек, эспадрильи или какие-нибудь аккуратные белые лоферы, сумка и все. И все нормально, не выкидываем. Просто не выкидываем, просто добавляем аксессуары. Угу. И сейчас, помирить, да,
Хочешь померь, но я, в принципе, вижу, как оно на тебе будет смотреться. Вообще, оно было вот так. Про двухстороннюю историю. Так. Лен, покажи, как ты носила. Лен носила платье вот так. А я говорю вот так. Угу. Вот так. А я, кстати, вот смотрю, да, я бы даже не понял, как его правильно надо, типа... Давай с этой стороны померь, раз ты его так никогда не носила. Вот, вот так вот, а надо, бывает же так, да? Ну, все, ребят, берете свитерочек, переворачиваете на другое. Да, сто, и все. И а нормально. Самое интересное, что можно и мужские вещи адаптировать в свой гардероб. Вот. Вообще сейчас очень модная история унисексных образов, когда создается капсула для мужчины и для женщины просто в одной секции, и по утрам выдергиваешь любую вещь, и она максимально быстро вписывается в твой лук и настроение. Класс, вот так, ребятушки. Скуп понял? Понял. И дал 1500, и мы с тобой пошли в магазин. 500? Ну, можно больше. Да, пару миллионов минимум. Так, Вань, давай пару миллионов. Уходите. Пару миллионов. В гардероб, идите в гардероб, там что-то найдете по-любому. Да. Продолжаем. Давай, смотри, сейчас нас, ты уже немного познакомилась с гардеробом, да. То есть, я так понимаю, у тебя уже есть понимание, да, что, куда, как, что новое закупать, расскажи. Да. Не все же выкидывать, Кать? Нет, конечно, не все выкидывать. Мы очень много чего оставим. Мы оставим обязательно жакеты, мы оставим деним, потому что с денимом всегда можно работать. Чего оставим? Оставим деним. Что это такое? Это все, что с джинсой связано. Это жилетка, здесь есть супер с пайетками, здесь много всяких шорт, джинсовок. И мы просто их адаптируем к новому гардеробу, который планируется. Класс. Так, смотри, что у нас здесь есть. Слушай, вот ты говоришь, оставим, а знаешь, угол-то пополняется. Да. Угол-то мы пополняется. Оставим, а смотри, сколько еще осталось. Вот, вот. Понятно, работаем. И визуально тоже. Так, тогда мы ее повесим. Оставляем рубашку, господи, рубашку не выкинули. Как хорошо. Слушай, как тебе вот эта футболочка с Яндекса? Это подарили с Яндекса, вот эта черная. Чисто вот как есть. Это прям не покупалось, это вот подарили из Яндекса, короче. Можно, да, с чем-то, если не дома? Или как в таком? Нет, я бы ее оставила, потому что здесь очень прикольная надпись. Сейчас надписи всегда не в тренде, особенно такие необычные. И она черного базового цвета, вполне себе под жакет, под джинсовку, под тренч, под какую-нибудь классную шоу. Пойдет, да? Юбку, вполне себе, да. Ребята из Яндекса, спасибо. Спасибо. Катя одобрила ваши футболочки, все нормально. Вот, да, оставляем. Ну, футболку Яндекс мы оставим, действительно, она прикольная, потому что, смотри, тут все написано. И вдруг кто-то подумает, кстати, что Лена, Яндекс, это одно. Яндекс, наверное. Все. Да, и в дальнейшем, когда мы будем докупать... заправляться, да, в юбку, с шортами, с юбками, с джинсами, это также будет актуально, под жакет, под джинсовку, там, толстовку завязать, толстовку надеть, поэтому эту оставляю. Вот где бы у для дома? Так, третья футболка, это что, тоже для дома? Она, по-моему, как вторая, нет? Она как вторая, только цвет у них потемнее. Я бы тоже ее оставила для дома. Слушай, ну хорошо, что хоть не в ту кучу. Нет. Для дома. Для дома. Все, ладно, для дома. А Яндекс, значит, Яндекс надеваем. Значит, вечером надо поехать в магазин и купить новые футболки. Мне нечем идти на работу. Кать. Что? Ну, пойдем голой на работу. Ладно. Все. Колено не видит, мы в кучу. Ладно. Так, вот эту, то-то как? Уже квадраты. По цветам уже повидала. Да? В кучу не, ее? Не, да? Не один сезон. В кучу ее, да? Все. Ладно. А вот это вот красота. Сейчас вообще это... Это не выкидываем, да? Это все очень актуально. У нас сейчас Это хорошая история с головиной. Во-первых, это актуально. Во-вторых, ты можешь всегда под что-то надеть. Начиная там от базовой футболки, рубашки. И когда очень холодно. Слушай, она вот застегнутая должна быть или расстегнутая? Или как удобно? Вот если носишь самостоятельно, то можно расстегнуть, застегнуть, как нравится. А если что-то под идет, то, соответственно, расстегнуто всегда. Лен, тут выкинули кое-что без тебя, ты решили тебя просто даже не... Ну, нет. Она не заметила. Как бы, да, поехали дальше. Давай сверху вот эту рубашку поверим. Класс. Она не знает, ну давай его выкинем тоже. Давай, вот это движение свое. Какое движение? Ну вот в угол, это... давай в угол, а потом думала, нарезочку. Показать. Да, туда все. Есть.
А тебе нравится это делать, да? Ну вот, да. Есть кайф от этого? Еще я люблю тратить чужие деньги. Keep buying everything, see you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Мы выкидываем, но мы так это с теплом, наши любимые 2000-е такие. Ну, лежали, хранились, но... Не знаю, хранили. Ну, у тебя вот, скажи честно, хранится какая-нибудь штука, которую не выкидываешь? Ну, честно скажу, да. А хоть, да? Да. Вот, есть все-таки, да? Да, я вспоминаю те времена. Есть штука. Все. Даже дом не нашел, но вспоминаю. Давай, выкидывай. Все. Эти шорты, они... А как по размеру, давай поймем. Ну-ка, да. Вот так, идет все. Так, вот эти шорты. Что с ними, Лен? Я их просто хранила, вот так скажу. Ну, как фотографии 9 на 12 на память, да, такие шорты. Мать, можешь тебе? Нет, убираем. Ну, тогда убираем, а то они большие. Все. Эти шорты я на самом деле хранила, объясню почему. Они были по... Угу. С вентиляцией. По определенному... Это снимать не надо. А, ну, их выкидываем? Давай встретимся фразами честными, задержками на двоих. Губительная слабость на двоих, губительная радость. Мурашки, босые ноги по холодному паркету. Смотрите, слушайте, вешалок становится много, вещей становится мало. Я-то не знаю, это хорошо? Не знаю. Там вешалок пустых прям много. Так, ну видите, вот мы здесь, времени прошло мало, а вещей почему-то выкинуто много. Как так, Кать? Вот как? Ну как, вот так вот, такой умный. Понимаешь, непростой разбор гардероба. А ведь пришла нормальным человечком, хорошо сейчас, и как? Вот, ну, вешалок много, гора ну, большая. Смотри за то, как она сама себе все и сделала, всю красоту. Вот. Отпарила, отгладила. В следующий раз, когда Катя будет звонить, если что, в дверь, ну, вдруг он знает, что, короче, ну, знает, открывать, не открывать, потому что вещей выкинуть ее. Смотрите, мы здесь, у нас такой лайфхак, да, была вещь, мы ее немножко подраспороли. Вот смотрите, по идее, ну, явно, что левая, правая штанина, она получше смотрится, чем подвернутая, да? Все. Ателье за углом, жди нас, жди нас. Да нет, или, может быть, ателье не понадобится смотреть, какой подошва, мне кажется. Да, я хотела только сказать, что есть что-то на каблуке? Ну, нет что? У меня ничего. И взгляды, вы просто ничего, не знаете, ребятки, нет, сразу вообще, Катин взгляд, что? Просто привет. Keep buying everything, see you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Она приезжает и такая, это типа раз без сумки, без куртки. Честно, даже не хочется это забирать. Очень красиво. Нет, красиво смотрит. Слушай, вообще класс, поехали. Либо также ремень, на секундочку, вставь в джинсы и тоже имеет место быть. Смотри, как коричневый сюда. Оп. И тогда ремень на и этот не надо уже нам, и тогда да? У нас получается жакет расстегнутый, угу. Ремень идет сюда, контактная зона. Нет, класс, ремней надо брать. Все, надо брать. Джинсы оставляем уже старые, как новые. Все, старые, класс. Все, так и скажешь, это новые джинсы. Так, ребятушки, ну что, покажу, что у нас здесь происходит. У нас здесь целая гора вещей, вот здесь мы уже дошли до, господи, мы дошли до обуви. Так, у нас, ну вот. Это все были вещи когда-то, а теперь это не вещи, а вешалки. Да. Все так. Вот. Работаем. Кстати... Сейчас покажу, что у нас осталось в гардеробе после Кати. Собственно, ничего у нас не осталось в гардеробной. Просто ничего. Поэтому думайте, если вы вдруг захотите позвать Катю, придет и все выкинет нахрен. Аккуратно. Ну, просто ничего. Вот, ничего. И тут еще вот такая кучка есть. Кучка. Такая вот кучка есть. Да, жесть. Так, ну что у нас здесь? Что у нас здесь происходит? Пакуем. Пакуем. Это мешки на выброс. Between a rock and a hard place, do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me.
I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut. Будет какой-нибудь аккорд? Будет, шопинг совместный и новый гардероб. Покажите пустые вешалки, чтобы все поняли, что они потом будут с новыми прекрасными вещами. Ничего нет. Ничего нет. Вот эти пустые вешалки. Ничего не осталось. Все потом будет, потом тапки остались. Щелкнешь, и оно новое. Появится, да? Да. Ну все, ребят, вот, короче, вот подумайте, Катя, пускать или нет, подумайте. Подумайте, да. Вот. Если что, я рада. Ну что, вот. 4 мешка. Процентов 80 гардеробный. Вот так работает Екатерина. Приходит и все выкидывает. Это все аккуратно. Ты рациональный, и вот думаешь, там вот, как бы так сказать, в, ну, плавный подход ко всему у тебя. Видите, вещи выкинули, теперь красим. Теперь рисуем. Чтоб новые вещи купить. Чтобы новые купить. Ну что? Что мы сделали? Мы порисовали, расскажи, что делали. Мы порисовали, разобрали гардероб, у нас это самая приятная часть, это совместный шопинг. И потом просто новая жизнь, новые эмоции, и я думаю, что будет еще интереснее, но увидим об этом в следующий раз. Отлично, все, вторая часть у нас заключается в том, чтобы поехать и снять уже примерочных все такие подноготные, приятные, интересные вещи. Ты всем по 4 мешка вещей выкидываешь? Или? Бывало больше. Больше бывало, да? А бывало такое, что вот прям вообще прям остается, вот вообще прям футболка с женцами там условно? Нет, такого что, ну... нет, ну всегда что-то оставляю. По чуть-чуть, голыми, да? Голыми не оставлю. Понятно, да, ладно. Все. А что, расскажи, в двух словах порисовали, что да, рисовали? Да, мы порисовали, это бессознательное такое у нас был интуитивный рисунок, кстати, мы рисовали на деньги. И потом разбирали уже, на что нам обращать внимание, чтобы все случилось и сложилось наилучшим образом, чтобы все-таки шопинг случился. Все, супер. Все. Лена с радостью выкинула свои вещички. Теперь уже не свои. Все. Старые вещи пока.